Хей, hey, окей, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. Так, мы с вами дошли вот сюда вот, Здравствуй, хрен. Мы сейчас сделаем вот что. Во-первых, так, 11 патронов. Мы же теперь можем новую снопу взять. Огненную снопу. Я думаю, давайте лучше это, там урона... Звезда сколько? Базы Маркуса и убийство понятия неразделимы. Угу. А не, я только взрывное оставлю. Бац, 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 бац. И, блин, нет, и, наверное, давайте телепортнемся в убежище. Стоять. Ладно, давай жетончики. Урон, урон, урон от стрельбы. Урон, урон, уменьшение дачи, урон в ближнем бою. Урон, 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 стих, уменьшение дачи. Урон, 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 крит урон. О. Так, теперь по способностям. Пульки. По миссиям. Убежище. Нам нужно, короче, с вами отдать мордок. Я хочу посмотреть на снайперку. Если снайперка зачет, то это чет. Я передумал. Я передумал. Поехали. Поехали. Нахер. Ладно, похер. Пойдемте в сюжетную локацию. Потом, если что, вернемся там. У нас еще вон задание, видите, на карте нужно взять, схватить. Ой, только не в прорубь. Все, отлично. Сейчас заданница возьмем. Потом дальше мы с вами пойдем. Блин, снайперка херня в том, что мало пулек. Очень мало пулек. Корпорация Гиперион делает жест доброй воли, убийца. Если ты сумеешь сократить число бандитов на планете, Гиперион вознаградит тебя уникальным, специально для тебя созданным оружием. Гиперион объявляет о подвоении годовых поставок медикаментов. Ни хрена заданится убить сотку. Убить огнем, убить коррозией. А это где все нужно сделать? Лич вот замечу. На минуточку. Анализ, значит, пока в эту локацию, где сюжетка нас ведет. Так, а где это хотя бы находится? Через мост, я понял. Это вот этот вот мост. Понял. А, перспектива это... А, черт, ну это... Ну, давайте. Последнюю дверь может открыть только Джек, пройдя биосканирование и назвав пароль. Убейте одного из двойников Джека в перспективе. Любую войну выигрывают в головах. Пока по всей перспективе стоят пропагандонские статуи Джека, мы не победим в войне. Вперед, слуга! Разбей статуи на мелкие кусочки! Здорово, ребята! Это сообщение от красавчика Джека адресовано строителям перспективы. Вы, господа... Пипец заданий, да? Дают и дают. Жопа. Так, нет, я должен по сюжетке сейчас идти. Будущее, когда город будет закончен и его заполнят жители из числа тщательно отобранных кандидатов, вы узреете все величие и красоту перспективы. С расстояния, разумеется. Вас-то к городской черте и близко не под... Так, давайте сюда. Еще не расстраивайтесь, мы дадим вам там бинокль или что-то типа того, да. Давайте так, берем, просто пробежим.
Я понял. Зря я все-таки эту снайперку оставил. А можно одним патроном стрелять, пожалуйста? Подожди, без прицела я... Да, я по одному патрону стреляю. Давай, 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 собираем, собираем. И что это за дерьмо? Ух! Я, короче, понял, что здесь дерьмо происходит. Ну помогти, блин! Сложно. А, класс. Ладно, берем. Давай тут что за задание? Добро пожаловать в зал истории Гипериона. Граждане, которые до конца прослушают нашу историческую лекцию, получат значительную налоговую премию. Давай, слушаем. А где робот с этим ящиком уже здесь был? Он пропал? Класс. О, Реди. Кровокрыл. Так, стоять. Что тут с землей? Ласт, давай, последнее. Благодарим за посещение зала истории. Так, убить двойника Жека. Кровокрыл.
хочешь познакомиться с моей подружкой? Это один из двойников, с помощью которых тебя обманывают убийцы. Пока моя турелька работает, я убью Джека. Эй! Тихо, почему я умираю? Сука. Сейчас еще и звук записывает. Джек обожает лицевые речи своих звук. Нам нужно создать модулятор, который сделал бы твой голос похожим на голос Джека. Что сделаем? Подойди к информационной будке. Не, вот эта херня, она быстро разносит. Пистолет жесткий. Ты знаешь, что кое-кто на этой планете до сих пор верит в разные глупости, вроде ангелов, демонов и древних воинов с других планет? Таких людей мы называем разумными. Да, это сработает. Если мы добудем еще несколько образцов голоса Джека, я смогу настроить модулятор. Пройди по остальным будкам. Хорошо, давай, где? Ни хрена их тут. Так, как мне так, чтобы не сдохнуть? Подожди. Па-па-пам. Давайте тогда сюда. Я почти забрал свою машину! Тут хотя бы есть проход? Конечно, есть. А, не, есть. Фух, пронесло. Не, ну они жесткие. Так, мне бы сейчас еще магазин найти. Ну, я на другой не рассчитывал. Это ж типа город Джека. А вам известно, что разбрасывание мусора по законам перспективы карается смертной казнью? Вы этого не знали? Тогда имейте в виду, выражение недовольства законами перспективы приравнивается к разбрасыванию мусора в словесной форме. Осталось совсем немного. Парочка будок и все. Время восстановления. Теперь в эту сторону побежали. Патроны. Там найдем по пути. Может, меня даже апнут. Блин, нужно было все-таки за снайперкой сходить. Это убогая снайперка. Бля, я еще свою ж продал. Черт. Хочу напомнить, что замаскированная автоматическая турель R42 отличается от замаскированной камеры слежения. Эй, детки, а вы знаете, от чего отказались ваши мамы и папы, чтобы вы смогли жить в перспективе? Да буквально ни от чего. Вашим родителям хорошо платят. Я кормлю их и защищаю. Запомните, вы должны любить своих родителей. Как подняться? Но меня любить нужно еще больше. Побежали. Пипец, город огромный. Бежим, пока роботы не прослали сюда. Эй, ребятки, вы знали, что за границами перспективы шансы на то, что вам проветрят кишки, увеличиваются в 8000 раз? Ты знаешь, что там, куда ты сейчас смотришь, будет построен дворец удовольствий? Все верно, за 1000 баксов ты сможешь провести час с моей копией в полный рост. Прикольно, что он сказать. Так. Человек.
Отправить образец ангелу. Я просто понимаю, что я сейчас буду по этому городу просто бешено бегать всю серию. Зато, ну, не знаю, мне должны наполовинку там хотя бы по уровню поднять. Найс. Где-то там снизу, да? Присоедини часы быстрее. Ну что там? Какие? А, какая дверь? А, в убежище, все. Джек круглые сутки ведет пропаганду для каждой семьи в шести галактиках. Он уговаривает людей эмигрировать в этот вонючий город, который он строит. Покажи им, что это плохая идея. Одолжи у Мокси видеокарту. Ангел, неужели ты всерьез думала, что сумеешь укрыться от меня, а? Ангел, можешь попрощаться со своим другом. До встречи. Значит, тебе удалось найти способ проникнуть в зону управления? У меня уже почти смерть! С этими примарками инспекторы полетят туда, куда ты укажешь. Если установишь их на пропагандистские объекты Джека, роботы врежутся в них. Будет забавно. Это сообщение для алых налетчиков. Бежим, 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 бежим. Сопротивление. Видите сияющий город на горизонте? Вот с чем вы боретесь. Вы сопротивляетесь порядку. Бросайте оружие! Когда будете засыпать в собственном дерьме. Сюда, да, мне нужно. Так, дальше. Навигационный маячок теперь мне нужен. Потом поуничтожать статуи нужно, еще что-то сделать. Пипец у него отдышка, пипец. Я не... Монат, монат. Крана за прибрежным кварталом. Когда ты пошлешь сигнал маяку на видение, ракета уничтожит кран. Вот это будет зрелище. Угу, хорошо. Бежим, бежим, бежим. Надо, чтоб я бежал правильно. И да, я правильно бегу. Так, наверх, да, теперь? О, мне аж в другой центр города бежать. Ладно, сейчас по зданиям побежим. О, немного скатусь. Рыбка, 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 рыбка. Я вижу уже здание. Мы не убиваем никого, потому что это, убивать это только зря время теряет. О, я вижу эту точку. Сейчас кошка ёбну. Давай, 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 немножко, немножко. Дождаться уничтожения крана, поехали. Побежали. Но они меня все равно не тронут. Ну, тут хотя бы недалеко. Пора устроить обеденный перерыв. 5, 4, 3, 2, 1. Перерыв окончен. Принимайтесь за работу.
Снизу где-то? Не пойму. Стоять. А где это? Добраться до телетранслятора. А, все понял. Готово? Ты загружайся или нет? Эти бандиты трусы. Так, дальше. Любовь за любовь. Возвращайся. Убить прораба. Прораб где у нас? Там находится. Хорошо, давайте сразу. Чёрт, опять бандиты! Это па-па-па-па. А в принципе не так уж далеко друг от друга. Не-не, давайте так. Туда и сюда, бежим, 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 за мной погоня, мне посрать, я бегу, я убегаю. Он все равно от меня потом отстанет. Так, что по снайперке у нас? Убить прораба. А где он хотя бы? Там, внизу. Ты где-то здесь, да, прораб? Нет. Кажется, они здесь. Ладненько, пойдемте наверх. Что я немножко заблудился. О, прораб. Так я же уже поднял, нет? Каждый ключ отпирает какой-то замок, солнышко. Проверь контейнеры, вдруг ключ от них. Добро. Побежим так. Чтобы наверняка. Так, я вижу механика, которая ждет меня. Ну херя к тебе там пойду. А тут что? А ну-ка. А, стоит пуля. Да, пули, но не на то, что мне нужно. Похоже, ключ подошел. Посмотри, нет ли там чего полезного. Насколько я знаю свою взрывчатку, а мне хочется думать, что я ее знаю. Это тентишка? Эти заряды можно использовать, чтобы затопить стройку. Если ты взорвешь дамбу и затопишь ямы, буду очень признательна. Ну, значит, грудастая девочка все еще злится на меня, да? Не, ну я понимаю, конечно, после бесплатного стейка трудно вернуться к дешевым гамбургерам. Если ты понимаешь, о чем я говорю. А ты понимаешь, о чем я говорю? Я, блядь, понимаю, о чем ты говоришь. Я говорю о членах, да, именно о них. Я так и понял, Джек. Мог не уточнять. Гдамба. Пробегай. Сейчас будет большой бум. Мне кажется, лучше наверх подняться еще. Ай, Мокси, ты сучка! Я не видела Джека таким сердитым. Так, а теперь же ставим вот эту. С тех пор, как надрала ему его
свою силиконовую задницу. Возвращайся, солнышко. Ну, давай, давай, давай. 25 минут, нормально. Сейчас все сделаем. Мне главное, чтобы мне никто не мешал бежать. А там траекторию и дорогу сами придумаем. О, нашел. Круто! Робот-строитель найден! Просто включи его, и он будет считать тебя своим союзником. Выступишь в роли его мамочки, вооруженной до зубов палочки. Он пробуждается? Прекрасно! Доверься искателю, робот! Порядок! Робот-строитель снова работает! Защищай его, пока он будет крушить статуи! О-о-о! А меня кто будет защищать? А меня кто будет защищать? Алло! Если верить, то сейчас мне будут разносить мне лицо, а не роботу. Давай быстрей. Ну ты даешь, за мелкий вандализм уже взялся, а? Вот до чего тебя угораздило опуститься, ну... Грустное зрелище, грустное. Все понял, тебе не нравится статуя. Я выгляжу слишком круто, попирая ногой лицо бандита. И ты ревнуешь, да? 5, 4, 3, 2, 1. Перерыв окончен. Принимайтесь за работу. Ставлю турель. Что, полегчало? Чувствуешь себя получше, да? Ну прекрасно! А теперь иди домой и больше не трогай мои вещи, иначе у тебя будут проблемы! Бросайте оружие! Кто стреляет? Алло! По моему роботу там херячишь ты, гнида? А, я понял. Ты по мне можешь попасть, а по тебе нет, плюс он ломает моего робота. Давай, полетели. Ой, мне патроны нужны, слушай. Слушай, мне патроны нужны. Ай, ладно, полетели за ним. Попытаемся как-то... Ладно, будем подбирать вот эти. Что же, робот атакует? Нет, еще не атакует. Давай, давай, давай. Почему ты так медленно ломаешь статуи? Ты ж поймешь, меня сейчас сломают робота. Откуда пуляют? Я не вижу. О, найс. И при виде меня с хорошей книгой в руках, ты просто умираешь от зависти. Ставлю турель.
Давай, давай, давай! Можно патроны, пожалуйста? О боже, как мне еще вот прожить вот это атаки, если у меня уже патронов нету? Может, пока он еще это не атакует, нужно быстро сбегать за хпшкой. Тут? Да, тут все. Давай, 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 давай. Извините, ребятки. Да ладно, чего не угодило. Меня вот от хранилища и ребенок. Ты достал меня уже! Розовые штуки, которых такие, как ты, едят, когда вываливаются в собственном дерьме. Готово, тихо. Тихо, не давать, не давать, не давать атаковать его. Слишком долго ломаешь. Тихо, 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 тихо. Тебе удалось вывести меня из себя. Молодец, да. Держи свой приз. Тихо, 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 тихо. Фу, щит спас. Все. Ну блин, все. Я просрал 50%. Ну хотя бы нам главное пройти. Но это сложное место, это какого уровня? Ну это смотри, мне еще дадут внешность. В следующей серии мы с вами вернемся. О, полетел. О, уровень, видите, загруженности. Турель на поле боя! Давайте подним их память. Чего ты хочешь добиться? Пытаешься вывести меня из себя, да? Это твоя цель. Если так, то миссия выполнена, дебилой. Когда я брошу твою безмозглую задницу в пасть смерти, ты не сможешь утешиться тем, что однажды, ну, скажем, на 8 секунд тебе удалось немного рассердить меня. Молодец! Вот так! Все. Долго там будешь ему ноги отпиливать? Там точно ты его пилишь? Эй, робот. Пожалуйста, давай быстрей. Да, он пилит, но очень долго. Но я 50% просрал. Жаль. И готово. Давай, давай, разбей последнюю. У меня уже есть прекрасная идея насчет новой статуи. Там я и ты. И я такой пинаю тебя между ног. Я закажу штук 15 таких и расставлю их в разных местах.
Давай, давай. С роботом закончили. Теперь можно поразвлечься. Тебе приходилось видеть танцующего робота, строителя, слуга? Нет. Сейчас увидишь. Нажми на другую кнопку, чтобы активировать его под программу для танца. Где? Если что, это, скорее всего, была отсылочка, ты сказочный долбоёб или как-то так. Если вы знаете этот мемчик, типа. Так ладненько. Все, ребят, в принципе, на этом можно заканчивать. Следующая серия... Или... Хотите, можем сейчас... Ладно, давайте, думаю, на этом закончим. В следующей серии я начну с убежища. И там, короче, поздаем задание. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.